Всем привет! Уже в эту субботу телеканал Хабар обещает показать нам Димашу с неизвестной ранее стороны, а именно представят фильм, который будет называться «Вдохновение». На прошлой же неделе мир увидел фильм «Димашо окружение». Вот учительница заявила, что Димаш был очень творческим учеником, необычным, он пришел в школу и сразу же умел читать. Показали и школу Димаша, где начинал свой путь артист с мировым именем, у которого сейчас фанаты примерно в 150 разных странах. Называются эти фанаты Dear, что переводится как «дорогие». Рассказали в фильме, что Димашу легко давалась нотная грамота, он умел сразу же подбирать песни на слух, а также о том, что Димашу выделяли родители деньги, а он их раздавал другим. В 5 классе он пришел с красными глазами. Вот учительница рассказала, что он очень любил Абая, и действительно таким образом он показал, что ему очень интересно саморазвитие, он идет только вперед и вверх. В школе быстро осваивал гуманитарные предметы, а также легко давался спорт, он занимался футболом, поэтому можно сказать, что Димаш не только творческий человек, но и спортивный. Посмотреть предыдущий фильм вы можете по ссылке в описании под этим видео. На мой взгляд, получилось очень интересно, действительно, не только фанатам артиста, но абсолютно любым людям, да, которые, возможно, услышали Димаша и удивились, что он поет такие невероятно высокие ноты. Но что касательно свежего фильма, конечно, давайте вместе посмотрим его в эту субботу на телеканале Хабар, а позже обсудим на этом канале. Не забудьте оценить видео, подписаться на канал, нам нельзя с вами потеряться, и дальше будет что вместе обсудить. До встречи!